Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, связанная тоже с мышкой Logitech. В прошлый раз мы распаковывали чехол, предназначенный для мышек Logitech M720 и M705, тоже Logitech, которая сейчас представлена в данном случае справа. Отличный чехольчик для переноски и хранения, чтобы у вас она не повредилась. И в настоящее время, в связи с тем, чехольчик очень понравился, пришлось заказать другой чехол, а именно для мышки тоже Logitech MX Anywhere, там первой, второй генерации. Но мышка будет использоваться в этом чехле немножко другая, а именно M505. Потому что по размеру M505 Logitech совпадает с озвученной мышкой, для которой предназначен данный чехол. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Да, помимо того, что пришло все в сером пакете, внутри находилась вот такая вот посылка, а именно было обернуто именно в целлофан. Сейчас мы вскроем, посмотрим, примерим, как дит мышка Logitech M505. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, смотрим, что у нас здесь находится внутри. Пришло вот в таком варианте. Вон здесь вот написано ее обозначение, это Logitech MX Anywhere, здесь сокращенно, ну и соответственно по-китайски. Есть даже QR-код. Ну вот такой чехол, тоже жесткая структура, чтобы у вас ничего внутри не помялось и спасает от некоторых ударов. Есть ремешок для переноски вместе с карабинчиком, который открывается и достается. И внутри вот находится такая структура, здесь подушечки, чтобы у вас мышка безопасно находилась внутри этого чехла. И здесь еще находится под USB ресивер для того, чтобы связываться непосредственно с мышкой. Вот такая вот структурка. Так, и давайте сейчас мы примерим, как у нас мышка располагается внутри. В отличие от предназначенной мышки, в этой мышке ресивер хранится внутри ее самой. Поэтому нет необходимости к этому углублению. Ну, давайте посмотрим, как помещается. Ну, достаточно плотно все помещается. Видим ресивер, который находится внутри этого углубления. Укладываем мышку. Она тоже прекрасно сидит внутри. Закрываем ее. И либо на руке переносим до места использования. Либо на рабочем столе. Просто у вас хранится данная мышка в этом чехле. В случае, например, если у вас есть какие-то животные, кошки, коты, которые любят иногда сбрасывать вещи со столов и смотреть, что с ними происходит во время полета. Есть такая напасть. Поэтому, чтобы вашу мышку достаточно дорогостоящую или не очень дорогостоящую сохранить, можно использовать вот данный чехол. Итак, я вам продемонстрировал возможности данного чехла, который предназначен для мышки Logitech MX Anywhere первой, второй генерации. Но и эти же чехлы могут быть использованы для других вариантов мышек. Ну, в данном случае вот у меня Logitech M505, которая находилась в комплекте и поставлялась. Тоже прекрасно размещается в этом чехле и хранится для переноски и либо использования. Все делают свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как всегда, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.